Ваше выступление на сегодняшней конференции было очень многогранным. Не могли бы вы тезисно рассказать наиболее важные зарисовки вашего выступления? Ну, начнем с того, что прежде всего это система, алгоритм хирургического лечения пациентов с эндокринной офтальмопатией. Номер один – это место костной декомпрессии орбиты, вообще место любых других декомпрессий орбиты в лечении таких пациентов. Это первое положение, это действительно эффективная методика, и та методика, которая должна значительно более широко использоваться в нашей стране, потому что большинству офтальмологов, большинству эндокринологов эта методика вообще неизвестна. Об ее эффективности, мало того, что люди вообще не знают, что это такое, об эффективности вообще даже не предполагают. Дальше я рассказал о методиках хирургического лечения после декомпрессии орбиты или в ее отсутствии. Это коррекция косоглазия, это операции на мышцах верхнего века, на мышцах нижнего века. Ну и, соответственно, скажем так, основной вывод такой, что это то состояние, которое в современной ситуации может лечиться при связке эндокринолога и офтальмолога, и медикаментозное лечение, облучение при необходимости хирургии являются высокоэффективными методиками лечения.